Сложный бюджет 2016 года и поправки к бюджету 2015 сегодня стали главными темами сессии областных депутатов. Главный финансовый документ Поморья сохранил социальную направленность, дефицит удалось оставить на уровне 6%. Дефицит всего в 6% и сохранение социальной направленности. На сегодняшней сессии областного собрания депутаты в первом чтении утвердили основные параметры бюджета Поморья на 2016 год. Доходы 60,5 миллиардов рублей, расходы почти 63,5 миллиарда, дефицит почти 3 миллиарда рублей. Больше половины всех расходов придется на социальную сферу – образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Инвестиционная составляющая тоже сохранена. Из доклада понятно, что она превышает 3 миллиарда рублей, и мы рассчитываем в течение года, как это было всегда, наращивать эту составляющую, поскольку привлекая и развивая взаимодействие с федеральным центром, мы рассчитываем, конечно, на увеличение средств, как было это в 2014 и 2015 году. В 4 раза увеличены средства на строительство и реконструкцию дорог. Более 500 000 000 рублей будет потрачено на переселение граждан из аварийных домов. Это позволит возвести на территории региона около 60 тысяч квадратных метров жилья. На возведение детских садов и школ планируется направить более 130 миллионов рублей. Всего в инвестпрограмму 2016 года включены 27 объектов. 19 из них сдадут в следующем году. В течение года мы всегда возвращаемся к бюджету, если есть дополнительные доходы. То есть мы сейчас берем бюджет, вот эти параметры, доходы и расходы за базу. Безусловно, бюджет имеет социальную направленность. То есть мы все социальные гарантии, которые были сделаны нашим пенсионерам, людям, которые нуждаются, они все оставлены в нем. По словам парламентариев, в нынешних условиях необходимо повышать эффективность расходования бюджетных средств. Во многом этим продиктовано активное замещение коммерческих кредитов бюджетными займами. Это высвободит значительные средства. Они пойдут на решение социально-экономических задач. Обсудили сегодня и поправки к бюджету текущего года. Из-за недобора по налогам на доходы физических лиц казна в этом году потеряла почти 2 миллиарда рублей. Однако по другим налогам ситуация лучше. Удалось получить 2,5 миллиарда дополнительных доходов, которые идут и на увеличение расходов, и на покрытие дефицита, и на, конечно, сокращение госдолга. За счет этого бюджет сможет в этом году закрыть уже выполненные работы по 7 детским садам. Больше 120 миллионов пойдут на решение проблемы с мостом через реку Вага. 360 миллионов рублей пойдет на расселение аварийного жилфонда. 76 миллионов на поддержку местных бюджетов. Кроме того, в этом году область, как регион с одним из самых активных темпов роста социально-экономического развития, получила 342 миллиона рублей. Эти деньги также пойдут на развитие Поморья. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.